Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Главные кинопремьеры, новые сериалы и самые свежие новости кинематографа в программе Дмитрия Блинникова «Как в кино». Многосерийную адаптацию комикса «Красная фурия» от Bubble Comics поставит Филипп Юрьев, который снял проект «Китобой». Национальная медиагруппа и Российский фонд прямых инвестиций договорились о создании совместного коммерческого фонда развития кино и анимации. «Как в кино». Слушайте по средам в 10.46 по московскому времени на частоте 101.5 FM. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Садитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения южной группировки российских войск улучшили Sute de hectare cu diverse culturi agricole au fost compromise de secetă, lipsa precipitațiilor reduce roada de porumb, floarea soarelui de grâu sau ors. Agricultorii din sudul țării se plâng că nu vor avea nici jumătate din recolta preconizată, iar pierderile se ridică la câteva zeci de mii de lei. Colega Doina Ivanova a discutat cu fermierii și ne oferă detalii. Ilia Banji deține 350 de hectare. То, что российские системы ПВО отработали мощно, по его словам, на окраине города загорелись трава и лес. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ выпустили по Луганску предположительно 8 ракет «Атакамс» и 4 «Сторм Шэдоу». Пасечник уточнил, что удары пришли на какие помещения, где У нас были очень неплохие виды на урожай. Am avut prognoze bune pentru roadă. Ne gândeam că vom strânge 7-8 tone de porumb la hectar. Eu nici nu știu care este ieșirea din această situație. Dacă înainte, din 5 ani, 2 erau secetoși, acum nu mă tem să spun că avem un an bun și alți 4 secetoși. Mă tem că vor veni vremuri când va fi doar secetă și atunci chiar nu știu ce vom face. Что мы будем делать? Pe 25 iulie, Parlamentul a creat o comisie pentru a găsi soluțiile necesare pentru depășirea crizei din sectorul agricol cauzată de condițiile meteorologice din primăvara și vara acestui an. Astfel, timp de 3 luni urmează să fie audiați reprezentanții instituțiilor cu atribuții în sectorul agricol, iar ulterior aceștia vor trebui să prezinte legislativului un pachet de măsuri pentru a depăși criza provocată de secetă. Comisia a fost creată după ce Asociația Forța Fermierilor a cerut să fie declarată stare de urgență în agricultură la nivel național. Ei au solicitat această măsură în contextul în care temperaturile extreme le-au cauzat.
заложена еще в первой половине 19 века, когда открылась царская сельская железная дорога. Путин также заявил о дальнейшей модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали. История российских железных дорог знает множество примеров трудовой и ратной доблести, настоящего подвига, самоотверженной работы на благо страны. Так в этом году исполнилось 50 лет с начала строительства.